Привет, Библия! Тема: Иисус исцелил сухорукого. Текст: Евангелие от Марка, глава 3, стихи с 1 по 6. Во времена Иисуса израильтяне ценили Ветхий Завет, закон, данный Богом. Они думали, что причина, по которой их страна была разрушена, а их предки были взяты в плен в другие страны, заключалась в том, что их предки не соблюдали закон. Поэтому они очень строго соблюдали законы и даже наблюдали, как люди соблюдают законы, и осуждали тех, кто не соблюдал законы. Среди законов, которые они должны были соблюдать, был закон о субботе. Израильтяне, бывшие рабами в Египте, работали без выходных. После того, как Бог вывел израильтян из Египта, Он повелел им отдыхать один день из семи. Через эту заповедь Бог хотел, чтобы израильтяне обрели покой, вспомнили Бога, сотворившего мир и спасшего их. Но израильтяне понимали субботу, данную Богом, как день, в который они не должны были ничего делать. Они подробно определили, чего нельзя делать в субботу, и считали, что нарушить это будет большим грехом. Сегодняшний эпизод начинается с того, что Иисус вошел в синагогу в субботу. Иисус читал слово синагоги в субботу и объяснял людям истинное значение слова. Тогда в глазах Иисуса один человек выделялся, у него была сухая рука. Иисус хотел исцелить руку этого человека. Люди в синагоге наблюдали за тем, что Иисус делал с человеком с сухой рукой. Болезнь сухости рук не представляет непосредственной угрозы для жизни. Поэтому люди думали, что даже Иисусу не нужно было исцелять этого человека в субботу. Они думали, что Иисус должен был соблюдать закон о субботе. Иисус, узнав их мысли, задал им вопрос: «Что позволительно, делать в субботу добро или зло, спасти жизнь или погубить?» Наверное, они знали, что должны делать добро в субботу. Исцеление больных – это хорошо. Однако, согласно закону, который они установили, Иисус работал в субботу, потому что Он исцелял больных. Таким образом, Иисус стал плохим человеком, нарушившим закон о субботе. Поэтому они ничего не ответили на вопрос Иисуса и промолчали. Иисус, увидев, что их сердца ожесточились, разгневался. И Иисус сказал тому человеку, у которого сухая рука: «Протяни руку твою». Тогда этот человек протянул руку, и больная рука исцелилась. Но фарисеи разгневались из-за того, что Иисус исцелил больного в субботу, потому что Иисус причинил неудобство их совести и нарушил закон о субботе. Они думали, что если они оставят Иисуса в покое, то другие люди тоже не будут соблюдать закон из-за Иисуса. И в конце концов, страна может рухнуть. Поэтому фарисеи думали, что они должны убить Иисуса. Конечно, Иисус знал их мысли. Но Иисус, желавший открыть им истинное значение субботы, исцелил в субботу человека с сухой рукой. Дорогие дети, Бог дал нам заповедь о субботе не для того, чтобы следить за нами и угнетать нас. Бог хотел, чтобы мы соблюдали порядок творения, отдыхали и наслаждались истинной свободой через заповедь о субботе. Я желаю, чтобы вы помнили, когда мы соблюдаем Божьи заповеди, это приносит пользу всем нам, и мир, в котором мы живем, становится лучше.